Жан Маким. Мы очень долго репетировали, очень старались, и надеюсь, все будет хорошо. Я немножко волнуюсь, но я уже поувереннее веду себя. Этот молодой человек ставит себе планки очень высокие. Как сказать, в ребенке столько души, столько таланта – это чудо. Я хочу выиграть, чтобы снять клип на песню и записать авторскую песню. Быть как Фредди Меркьюри. Жан Маким, Казахстан! Я в него влюбилась. Сразу? Честное слово, вот я теперь верю, любовь со второго взгляда. Ты не только шикарный, красивый парень, но ты еще и так классно поешь. Очень понравилось, как ты держишься на сцене уверенной, красивой, брутально. Ну, боже мой, почему ты младше меня? Ну вот просто яркая звезда. Спасибо, Жан. Спасибо. Удачи, увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.